Anywhere in the world. Так стартовали участники первого финального забега. Ключи 2000 метров с препятствиями. 10 кругов вперед. Первая попытка Дмитрия Цыплакова на 20.32. Лидирует Дмитрий Неделин в Ленинской области. И следом за ним плотные группы преследователей. Оксана Жуковская, Вологодская область, готовится к своей заключительной шестой попытке. Ну а на высоте Мудров пропускает первую попытку, не знаю, переносит дальше. Он лидер. Мужчина будет ждать, чем закончится прыжки его двух соперников. На забеге смена лидера. Вперед уходит Максим Яков из Свердловской области. Сейчас мы подберем 160. Лучший результат сезона в беге на 2000 метров с препятствиями РЭН составляет 5 минут 27,64 сотых. По-прежнему лидирует Максим Якушев в Свердловской области. 6 кругов остается лидером этого забега. Светлана Киняева, Москва. Готовится к своей заключительной шестой попытке 6.68. Результат Светланы. Итак, сейчас впереди отсечка 1 километр. Посмотрим результат. Первый километр. Максим Якушев. Четыре круга остается лидером забега. Максим Якушев впереди, следом за ним Дмитрий Неделин. И Ольга Кучеренко, заключительная шестая попытка, напоминает, что 3 сантиметра отделяет ее от Дарьи Клишиной, 6,77 сантиметров. По-прежнему станет лидером без изменений Максим Якушев. Лидирует. Ну вот сейчас мы видим смену лидера в этом забеге. Вперед вырывается Илья Шакиров из Костромской области. Видим группу из трех бегунов, которые претендуют на место на пьедестале почета. Но вновь
выходит вперед и сдает свои позиции. Впереди заключительный круг. Ну и последняя решающая попытка Хабаровского прыгуна Даниила Цернакова, 2.32. Итак, заключительный мираж и финиш. Финишная прямая. Максим Якушев, Свердловская область. Посмотрим на результат. 5.33 примерно. Следом за ним Илья Шакиров финиширует и Роман Усов. Это был первый финальный забег.